С вами маг-чародей Антон Чарей. И сегодня мы поиграем в игру наподобие Майнкрафта. Но графика тут намного интереснее. Но самое увлекательное в этой игре, что можно уничтожать животных, брать себе какие-то блоки, кусочки их тел и складывать супер-животное. Давайте начнем. Вау. Вау, какой прикольный чувачок. Так, нам подсказывают, значит, throw это бросить, есть это eat. Окей, взяли палку. Нам нужно, наверное, разломать яйцо, да, я так понимаю. Что-то мы то гладим его, то бьем. Ага, все. Ну нифига себе, смотрите, просто тут все дико разлетелось. Мы взяли какую-то клевую такую палку, смотрите. Раздолбали полностью дерево. Так, теперь у нас очень много дерева есть. Очень много дерева. Смотрите, тут все взлетает. Нифига себе, я тоже взлетаю. Короче, тут можно собрать какую-то ерунду. Давайте попробуем собрать какую-нибудь ерунду. Так, я так понимаю, это прям как Майнкрафт, да? Так, у нас есть один кубик. Так, это что это такое? Это клюв. Окей, давайте сделаем клюв. Так, возьмем глаза. Ага, это у нас должна получиться клевая курица. Только, блин, мы где-то потеряли один глаз. Ё-моё. Курица будет, походу, с одним глазом у нас. Извини, курица. Окей, вот такая вот у нас получится офигительная курица. На одной просто ноге. Так, блин, крыло у тебя тоже, я так понимаю, одно. Давай мы тебя покормим, да? Держи, ешь. О, нифига себе. Так, держи еще гамбургер. Давайте ее погладим. О, у нас, смотрите, растет какая-то шкала удовольствия вот справа. Это здорово. Пошлите куда-нибудь дальше. Давайте разбивать еще яйца. Максимально будем долбить все яйца. Так, ага, хорошая работа, нам сказали. Так, набрали каких-то блоков еще дополнительно. Так, так, так. Где наша курица? Курица, ты где? Идем со мной. Одноглазая моя курица. Она какая-то медленная. Так, давайте долбить этих куриц. Так, ну слава богу, что они на нас не бегут, то есть они нас не атакуют. Так, эй, эй, курица, не надо. Но она какая-то сильная. О, все, распалась, отлично. Эй, слышишь? Курица. А? Моя курица, иди сюда. Сейчас тебе ноги сделаем. Как там тебя делать? О, так, все. Давай вот это все отхерячим от тебя. Так, поставим тебе хоть два глаза. Вот так вот. Кстати, у меня еще есть один глаз запасной, то давайте мы три глаза вставим. Чем больше глаз, тем лучше. Я вас уверяю. Серьезно? У нас есть много всякой ерунды. То есть у нас есть много блоков куриных. Так, сделаем такого просто куриного монстра. Теперь нам нужны все лапы. У нас всего лишь все равно две лапы, что ли? Ладно, давайте сюда подставим, потом, если что, ей еще подставим лапу. Так, у нас есть еще один клюв. Не знаю, куда тебе его вставить-то. Гребешок раз, гребешок два. И у нас есть дофигища этих перьев. Перья тебе на хвост. Давай сюда еще, наверное. Смотрите, какая красавица, просто. Один глаз выпал. Слушайте, могу я сесть на нее? О, сел. Давай туда. Такие у меня ноженьки, короче. Забавно. Внезапно началась ночь. Тут ночью все так настолько темно. Да ладно. О, ни хрена себе, смотрите, какой-то дикий пес нас догоняет. О, все, развалился. Ага, смотрите, там костер какой-то. Так, давайте сделаем такой небольшой набег. Набегаем, набегаем. Тедах, тедах, тедах. В нас стреляют, в нас стреляют. Оп. Все, мы летаем. Что это за хрень? Я вообще не понимаю. Нас что-то дико убивают. Давайте лучше тогда отсюда побежим. Блин, что это за маленькие засранцы какие-то? Вообще непонятно. Кто это такие? Он нас бьет так конкретно, я смотрю. Нам нужно, чтобы курица наша тоже помогала его бить. Все, отлично. Что мы можем взять? Нифига себе, мы взяли какой-то клевый бластер, смотрите. Я вижу там еще один. Там еще один гаденыш двигается, вон, смотрите. Так, нифига себе, он тоже в нас стреляет. Ой-ой-ой, у нас, кажись, закончились пули. А он нас что, не видит? Пробираемся сзади. Оба, все. Все, подмочили его. Давайте сделаем еще кого-нибудь упоротого питомца. У нас просто дикий, дичайший гибрид будет. А это что за фигня? Это может быть какая-то типа шеи, что ли? Это у нас такая чутенькая голова. Так, давайте прикрепим туда клюв. Оп, смотрите, просто у нас какая-то... Получается вообще хрень крутая. Так, вышло просто идеальное существо.
Так, они с... мы его сломали, что ли? Так, убегают. Вот поганцы. Так, одного убили. Одного с моей клевой фигней убили. А это что, курица спит, что ли? Пс, курица. Она что, умерла, что ли? А, у нее контролируется разум, смотрите. Это специальный шлем для контроля разума, прикиньте. Вот это поворот! Что с тобой, чувак? Так, давай попробуем шлем ему одеть вот это, да? Как-то у нас ничего особо не меняется. На жопу ему приделали. О, нифига себе, смотрите, это какой-то петух с зелеными ногами, что ли, или что это такое? Что это за петушары вообще? Здоровенный. А, подождите, это же моя штука. Мой друг бежит. Так, его хотят убить. Сейчас мы догоним этого говнюка. Раз, два тебе. Нифига себе, он у нас мощно забирает жизни, честно говоря. Отлично. Так, все, мы взяли какие-то дротики. Так, все, это наш питомец. Но у него уже, блин, мало жизни. На, держи гамбургер. А, не, мы его съели. Извини, чувак. Я его съел. Петушару ломать. Мы тебе с него сейчас глаз еще фиганем. Вот, все, отлично. Блин, он ест остатки этой курицы. А это что за дикая за фигня? Ты что? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какой-то он шустрый сильно. Они убили моего. Ой-ой-ой-ой. Убегаем, убегаем. Они нас не догонят. Меня убили. Игра, конечно, забавная. Самое интересное, что можно с блоков складывать всяких животных. Но для меня казалось полной неожиданностью, что будут еще какие-то штуки. Я не знаю, кто это. Какие-то просто раскачанные персонажи с пистолетами. Внимание, внимание! Много взрывов и котят для привлечения внимания. Теперь к сути. YouTube очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, YouTube, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка. Нажми ее и поставь галочку. Сообщай мне обо всех новостях этого канала. Сделал? Четко. Теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас была такая же очешительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты супер крутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылка внизу. Всем пока!